Нет! Алло, Валерий, ты можешь сегодня не задерживаться в школе? У меня плохое предчувствие. Хорошо, мама, я после уроков сразу домой. Алло, папа, кто-то запер школу, я не могу выбраться. Кто? Кто это сделал? Не знаю, школу открою только в 6 утра. Тут происходят странные вещи. Валерий, держись, я выезжаю к тебе. Давай, дверь. Нашла! Закрыта, закрыта у меня дверь. Главное, чтобы Голден не пришел. О, хоть бы Голден не пришел. Ребята, ну пожалуйста, дайте мне пройти этот челлендж. Нет! Ну пожалуйста, дайте возможность Валерию выиграть. Последнее отделение Пауэра, ребята. Осталось чуть-чуть энергии, совсем немножко. 5 часов. Всем привет! Друзья, вы на нашем канале Валеришка Гейм. И мы сегодня играем 5 ночей с Балди. Да. Самое прикольное, что в нем можно выбирать любую ночь. Вот да. Что мне понравилось. Встречаться со всеми персонажами нашими любимыми. Давай, Валерий, попробуй свой челлендж с четвертой. Сразу с четвертой ночи начнем. Первые три мы прошли, они не слишком сложные. Да, Валерий, давай попробуем пройти четвертую. Сможешь справиться? Поехали, да. Ребята, эта игра похожа на FNAF. Здесь нужно смотреть по камерам, где за тобой бегает. Следит за энергией, крутится вентилятор. И у нас идет время, 12 часов ночи. На столе вкусняшные наггетсы. Мы должны продержаться до 6 утра. Да. Мы можем закрывать двери, смотреть в камеры. У нас двери, как обычно, левая, правая. Да. Валерий, наггетсы хочешь? Смотри, они тебе на столе стоят. А также у нас есть камера, вот, которую мы заглядываем. И этим самым мы будем спугивать Голден Фрей, этого Голден Балди. Здесь Голден Балди и здесь Носок. Два периодически появляющихся персонажа, которых не видно в камерах. А что Носок делает? Давайте посмотрим. Так, камера 8, камера 9. Девочка. Ребята, очень жарко. Директор пошел. Ух. Так, Бали и Балди в столовой. Так, Валерий, будь осторожна. Следи за ними всеми. Кто подходит к двери, сразу закрывай дверь. Девочка. Валерий, давай. Мы верим, что ты справишься с своим челленджем. Ребята, поддержим. Девочка. Поддержим, Валерий. Поставьте ей, пожалуйста, свои пальчики вверх. Да. Ребята, она должна справиться. Мы, по крайней мере, надеемся. Швабра на месте еще не поехала. Кто так, проходил? Так, директор с учительской выходит. Кстати, Валерий играет на показанном... Носок. А, смотрите, в чем фишка. Когда появляется носок, не работают камеры. Да, ты не можешь заглянуть никуда. Но работают двери. Двери работают, да, ребята. Кстати, ты камеры не можешь шевелить, а это означает, что Голден Балди, когда придет, он тебя поймает. Голден Балди исчезает после движения камерой. Все, а ты не можешь двигать камеры, когда у тебя носок. Вот он, камера. Двигай. Вали, оп-оп, есть, исчез. Все, видите, когда заглядывают. Директор. А когда они вдвоем заглядывают, то все, это провал уже. Если носок стоит и заходит Голден... Валерий, закрытые двери долго не держи. Швабра! Левую не открывай, там швабра поехала. Двери, кстати, да, лучше не держать. Швабра вернулась, открывай левую. Энергия будет сильно падать. Да. У тебя уже одного шпунтика нету. Девочка, аккуратно. Девочка, мам, по-моему, девочка-переменка сегодня самая... Часто, да, да, и приходит? Часто приходит. Ну самая да. Быстрая. Самая шустрая швабра девочка. Мам, мне кажется, она никуда не уходит. Она просто за дверку там где-то. Так, у нас левая дверь, получается, Бали и швабра. Правая дверь, девочка, директор и да, Балди. Да, да, по-моему, да. Да. Ребята, пишите в комментариях, кто на каком проходит уровне. Есть у нас вот Бали пришел. Есть изи, нормал и хард, сложный уровень. Валерий пока играет. Швабра поехала, дверь закрой левую. Ну изи, ребята, но все равно сложновато. А правую открой. Голден, голден. Камерой, оп-оп. Осторожно, смотри. Энергия будет падать, если будешь дверь закрыть. 2 часа, ребята. Ну, Валерий, осталось 4 часа. Валерий молодец, Балди, Балди пошел, закрывай. Балди. Осторожно. Как Валерий успела глянуть, он исчез с камеры и сразу появился в дверях. Да вообще они здесь очень быстро приходят, на самом деле. Времени нет. Четвертая ночь, ну что вы хотели, конечно. Ну, кстати, да, это потому что мы выбираем уже сложные ночи, самые прикольные. А, ну смотри аккуратно. Кто это? Балди так поет? Интересно, вентилятор не выключается, а кто это, Валерий? Это я так пою. Три часа, Валерий, продержаться всего лишь... О, ну и 2 шпунтика, ребят, я не знаю, справится ли вы. Ночи за 2 деления. Все, стой аккуратно. Камеры смотреть нельзя. Он тебя сейчас может задержать. Хоть бы Голден не появился, да. Ребята. Так вот именно. Это, кстати, самый такой Валерия. Момент. Когда он тебя может поймать. Не трогай двери. Никого нету, не трогай двери. Все, осторожно, аккуратненько. Это хорошо, что... Поехала, Швабра. Голден, скорее. Швабра. Девочка.
Швабра уехала? Нет. Мне кажется, здесь очень нужно быть внимательным. Правую, правда? Открывай тоже. Мам, здесь очень в камеру очень заглянуть. Здесь надо быть очень быстрыми, ребят, и Валерий, очень внимательными. Правую открывай, да. Хорошо, что хотя бы примеры тебе не Швабра задают. Швабра на месте. Да. А ты представь, пока закрыть дверь, тебе 2 плюс 2. Пока решил, закрыл дверь а только после этого. 2 плюс 2, это ерунда, там 56 умножить на 5. Ну, умножение, слава богу, балда. У балди нет. Да. Ну, будет какое-нибудь сложение прикольное. Давайте, 18 плюс 16, ребята. Кто знает, пишите в комментариях ответ. 18 плюс 16. Угу. Только Валерий не подсказывает, пусть ребята сами пишут. Так, камера, глянь. Мы как раз проверим ваши знания. Кто у нас хорошо математику знает? Да. Валерий тут еле камеру успевает смотреть, а ты ей примеры тут задаешь. 4 часа, ребята. О, ребята, 4 девочка часа. Девочка близко, 2 смотри. Сейчас осторожно. Придет. Ну, это же тут ребятам будет умственная задачка. Так, балди в столовой. Так, ребята, Бали. Смотри, энергия теряется очень быстро. 4 часа, у тебя 2 деления пауэра. Швабра, поехала, левую дверь не трогай. А, ты вообще молодец. Все, сидишь, Швабра уехала. Уехала. Сидишь с закрытыми дверями, это тоже, кстати, вариант. Голден, прячься. Голден, камера. Прячься аккуратненько. 2 часа продержаться, Валерий. Ну, сок. Ай, нет. Хорошо, как хорошо, что этот балл не Голден назад. Пришел раньше. Так. Они не совпали. Девочка, закрывай дверь. Двери. Так, осторожно, сиди спокойно. Носок. Да, носок так долго но все-таки долго, задерживает кстати, камеры. Да, он долго задерживает камеры. Постарайся аккуратненько. Ребята, час остался, Валерий. Всего лишь 1 час. 5. Но, кстати, энергии хватает. Швабра на месте. Балин пришел к двери. Так, где Балди? Директор, девочка. Один фунтик. Валерий, ну тебе и час всего лишь. Может быть, хватит. Час всего лишь одно деление. Ну, посмотрим, посмотрим. В столовой никого, в кабинетах никого. Где они все, ребята? За дверью. Где? Они, они все подходят стоят к двери. Директор подходит в коридоре уже. Они все очень близко, Валерия, аккуратно. Девочка. Директор, Голден. Камера, оп. Все, самое начинается те время. Те два ушли, интересно? Не знаю. Швабра поехала, не открывай закрывай левую дверь. Девочка уже здесь, можешь правую открывать. Они такие шустрые уже, все под утро, все хотят, чтобы ты проиграла, Валерий. Так. Они все стараются прийти побыстрее. Ты всех отогнала от двери. Ну, пожалуйста, дайте возможность Валерии выиграть. Последнее деление пауэра, ребята. Осталось чуть-чуть энергии, совсем немножко. 5 часов. Yes! Валерий, молодец, дай 5. С первого раза прошла. Я вообще, честно говоря, не надеялась уже, что Валерий справится. Так, теперь мама у нас, да? Давайте я попробую, да, пройти пятую, самую сложную. Давай на харде, мама. Ты что? Давай на сложном. Да не, да я не справлюсь. Давай. Да, ребята, они очень быстрые. Давай, поехали, я тоже буду на харде. Ребят, ну правда, на харде это просто, мне кажется... Балди говорит, сможешь ли ты выдержать до 6 нет, утра? Нет, не смогу, я выдержу. Погнали, пятая ночь. Я смогу выдержать до 12 часов. Они такие сейчас будут быстрые, ребята. Персонажи те же. Но они очень шустрые. Но все уже двинулись. Так, девочка уже пришла. Так, спокойно. Девочка чаще всего приходит, мам. Вы еще не успели кофе заварить, уже девочка пришла. Да, 12 часов. Может, они же везде. Я успела кофе заварить. Да, я зато не успеваю его выпить. Дайте я сейчас камеру закрою. Так, почему наггетсы никто не ест? Кто будет наггетсы, ребята, возвращайтесь. Так, ребят, спокойно, сейчас я смогу попробовать пройти. Мама, это ты свистишь? Нет, это не я, это Балди там ходит свистит. Да Бали что-то не движется, как стал там в столовой. Девочка! Девочка, закрываем! И стоит вот так. Мама, внимательно. Швабра на месте. Бали как стал и стоит вот так вот. Бали в столовой. Мне кажется, он отвлекает меня, чтобы я расслабилась. Балди уже Балди идет ко мне. Балди пошел по коридору. Так, осторожненько сюда. Так, Балди у нас правая дверь, да? Да. Балди левая. Да, Балди приходит в правую дверь. Воу, звук! Что? Это звук носка! Да ладно! Ты не можешь вернуться! Да как же так? Он ты меня... не можешь вернуться в кабинет! Да, блин, это самый худший вариант! Как я не могу теперь вернуться? Ты дверь не видишь, директор пришел! Все, я поняла, ребята, самый худший вариант в этой игре, если к тебе пришел носок, а ты смотрел камеру. Да. Ты не можешь вернуться так, в свою комнату и закрыть двери. Если кто Голден и носок пришел. Да, варианты Голден и носок, это проигрышный сразу вариант. Директор, и вариант... Да, все пошли. Вариант, что ты остаешься в камерах и не можешь закрыть двери, когда Швабра пришел не носок. Едет, так Бали-Балди в столовой. Директор, дверь. Так, ну что, папа? И пришел Голден Фредди. Папа, справишься ли ты? Да там двое, девочка. Не и знаю. Балди идет. Девочка переменка и труба. Директор. Труба, 12 часов, а уже столько всех пришло. Бали там стоит себе в классе, ничего не подозревает. Ребята, не знаю, справится ли папа, давайте глянем. Ребята, идите. Кто сможет Швабра пройти. Поехала.
Левая дверь. Почему я не закрыла левую дверь? Закрываем. Закрываем. Папа, прости, но ты не прошел. Валерина. Валерий, попробуешь на харде? Давай. Я думаю, у тебя может получиться. На, держи. Вот сюда иди. Аккуратненько закрывай. Камеры? Ты очень быстро листаешь. Валерий, закрывай дверь. Главное, спокойно и быстро. Но и энергию, кстати, очень не тратить. Очень внимательно, главное. Да, и внимательно. Нигде никого не прозевать. Швабра очень быстро приезжает. Вы видели, да, ребята. Да, директор там тоже. Я не знаю, сможешь ли ты на харде. Это очень сложный уровень, открой, ребят. Открой правую. Пишите, девочка, в комментариях, кто смог пройти по на харде пятую ночь в Балди. Это будет вообще... Мы, так, тому, Бали, мы потом кабинете. Поставим лайк Бали от нас. Вот классе. Так, Валерий, так, спокойно. Валя, хватит стоять там. Хотя бы до часу бы, ребят, да. Мы еще Валерий, даже... Валерий, давай, осторожно. До часу ночи никто не продержался у нас. Швабра пятая. На месте. Вторая камера. Так. Балди хорошо, идет. Что никто не приходит хотя бы. Ну, кстати, к Валерии никто не приходит. Ни носок, ни голден. Девочка! Девочка! Давай, носок! Нет, закрывайся, нет. Девочка! Нет, закрывай дверь, Валерий, дверь закрывай, девочка. А, она раньше ее закрыла, девочка просто уйти не успела. А что, ты зависла, что носок, ли? Носок, камеры тормозит, там камеры, мы не можем никуда посмотреть. Тоже к нам следующий придет. Директор, закрывай двери. Валя, закрывай двери. Спокойно, сейчас смотри мы в камеры. Сможем. А, слышите, sweeping time! Швабра поехала! Закрывай левая дверь! Дверь. Если слышим, sweeping time, значит, что швабра поехала к нам. Да. Балди пошел. Девочка, швабра на месте. Так, швабра. Открывай левую дверь, правую закрывай. Молодец, Валерий, нужно ты делать дверь очень... не закрыла! Ты дверь не закрыла, когда не девочка... Не закрыла дверь от девочки! Закрутились, ребята. Внимательнее. Ребята, мама. Давайте, моя последняя попытка. Если я справлюсь, я пройду этот челлендж. Так, девочка. А если не справишься, то все. Да, ребята, девочка. Швабра на месте. Швабра здесь очень быстро. Так, девятая камера, шестая. Так, пятая никого, вторая. Мама, открой дверь. А, там уже никого нету, все ушли. Стоп, да, сейчас я открою дверь. Мама, подожди. Швабра, боюсь, что девочка... А, уже придет. Девочка идет, уже не открывай. Так, нет, ну она еще далеко. Нет, уже все. Все, она уже ушла, мама, открывай. Так, хорошо. Так, смотрите, сейчас... Мама, у тебя уже 2 спунтиков. О, подождите, у меня уже энергии нет. Одного нету. А только 2 часа. А еще часу даже не, час не наступил. Девочка. Энергия очень мама, быстро тратит. Мама, не класса так часто камерами, экономим камеры. Балди, девочка. А как же я не клацать, как же мне выиграть, а, ребят? Так, сейчас я аккуратненько смогу продержаться. Открой дверь. Директор! Директор, закрой дверь. Я только открыла, он уже здесь, ребята. Ну что это такое? Он каждую секунду... Час уже... ночи. Ура! Да, всего лишь час, а они меня уже просто атаковали со всех сторон. Балди! Балди! Кстати, Балди... Правая дверь пользуется популярностью. Да, это точно. Швабра поехала, левая дверь. Нашла! Закрыта у меня дверь. Главное, чтобы Голден не пришел. О, хоть бы Голден не пришел. Ребята, ну, пожалуйста, дайте мне пройти этот челлендж. Ну, а! Нет! О, нет! Нет, девочка! Ну, это худший вариант. Это здесь, на меня со всех сторон. Носок, Голден, девочка-переменка, все. Ребят, это было очень сложно. Если хотите, мы попробуем еще раз пройти в следующей серии. Если понравилась игра, пишите в комментариях. Мы обязательно пройдем пятую ночь. Мы были очень рады вас ребят, видеть. Ребят, напишите в комментариях, кто проходил пятую ночь и как ее пройти. Я не знаю, у меня не получилось. Это ужас какой-то. А у нас получится. Если понравилось, носок! Игра, носок! Балди Голден! Ужас! Ребят, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш новый канал. Это Валеричка Гейм. Ставьте колокольчик, чтобы видеть наши серии первыми. Мы вас очень любим. Встречаемся в следующей серии. Пока. Всем пока-пока. Классного настроения вам. Мама, проснись. О, Валерий. Ты из школы выбралась? Мама, какая школа? Сейчас каникулы! Каникулы? Это все приснилось. Фух.